Начала в 6 часов утра дыбиться крыша. Так стреляла. По два вот спас немножко, все туда бежали. А эти вылезли на крышу. Видно, их увидели и начали просрать по пожарникам. Они начали с крыши там. Ну там загорелось вот эти вот деревянные там перекрытия. Внутри вот это только что водой залили, вода капает и все.